вообще не сжег. Тепло слабое, обогреваемся электроприборами и природным газом. Жители дома номер 56 по улице Байдибекби жалуются на слабое отопление. В соседнем доме номер 17 в 4-м микрорайоне термометр показывает на входе 48 градусов. Да и давление в трубах слишком низкое, уверяют потребители. Нам тепло дали 10 ноября. Качество тепла оставляет желать лучшего. Слабое, наверное, потому что на улице тепло еще. Надеемся, что как похолодает, батареи станут горячими. У нас не должно быть утечки тепла. Мы все трубы изолировали и подъезд утеплили. В доме номер 14, где произошел порыв, весь день работала аварийная бригада. Тепловики уверяют, что причин для беспокойства нет. В этом году они обновили магистральные трубы на проблемном участке теплосистемы в 4-м микрорайоне. С этого года жители будут получать тепло в полном объеме. Из-за строительных работ батареи в многоэтажках стали теплыми после 10 ноября. Последние 5 лет все время на этом месте порывы были. И поэтому мы обновили здесь магистральные трубы. При пуске были порывы, но это дома, в которых не заменили вентили, изношенные трубы и батареи. Место строительства Куат Жилу Орталык 3 приведет в порядок 20 декабря. Ждем, когда земля сядет. Жителям Шымкента необходимо подготовкой дома заниматься заранее, напоминают руководители коммунальных служб. Обновление теплосистемы в многоэтажке позволит в полном объеме получать качественное тепло. Шинару Оразова, Ильдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».